Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре, и на очереди у нас матч Англии против сборной США. Мне интересно будет почитать ваши прогнозы на эту игру, поэтому пишите в комментариях, обязательно все прочитаю. Ну что же, в первом туре сборная Англии прошла катком по сборной Ирана, забив 6 мячей, но все-таки пропустив 2, тут уже где-то какие-то сомнения появляются. Правда, один с пенальти был гол, второй просто над Пикфордом отлично пробил Тареми. Но вот сборная США сыграла в голевую ничью против сборной Уэльса. Поэтому США вот так вот два тура подряд играет против британской команды. И вот уже на 5-й минуте игрок Ювентуса Маккенни забивает и выводит США вперед. Многие считают США на этом чемпионате мира темной лошадкой и ждут, что до какого-нибудь там, к примеру, четвертьфинала, может быть, и получится при удачном стечении там жеребьевки, удачи, событий, она дойдет. Но вот Мейсон Маунт уже на 18-й минуте забивает, сравнивает счет, и у нас снова все по новой, снова ничейный счет на табло. Харри Кейн с мячом, и вот такая вот шикарная распасовка, быстро оклемалась сборная Англии и выходит вперед. Вот, наконец-то, Харри Кейн забивает с капитанской повязкой в матче Англии против Ирана. Кейн не забил, но вот у нас ворота США он свой мяч отправил, который, скажу вам сразу по секрету, станет победный в этой встрече. После первого тайма сборная Англии ведет со счетом 2-1. И вот так вот англичане разыгрывают угловой, и Кейн забивает дубль, увеличивая преимущество сборной Англии до 2 мячей. Аккуратненько Рахим Стерлинг прошел, пас на Харри Кейна, и форвард забивает. Отличный был момент. Ну вот, сборная США пытается как-то отыграть хотя бы один мяч, но этого не выходит, и поэтому победа за Англией 3-1. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья, всем до свидания.